Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георг Андко, я его ведущий Георгий. Сегодня мы смотрим, как всегда, и играем в игру под названием Gremlins Inc. Gremlins Inc. — это карточная игра, ну, про город-механизм и про гремлинов, про четырех гремлинов, которые постоянно сражаются друг с другом и пытаются друг друга уничтожить, раздавить и всякое нехорошее друг другу сделать. Добро пожаловать в очередь, ищем оппонентов, игроков в очередь D3. Поиск иногда бывает быстро, иногда не очень. Ну, сейчас, поскольку игроков в очереди 3, то я думаю, поиск будет очень даже быстрый. У нас, кстати говоря, есть инвентарь. Мы, помните, тут получали вот тут сундуки, но если не помните и не смотрели прошлые серии, то мы получали сундуки. И мы их можем открыть, собственно. Ну, давайте-ка откроем, что мы получим. Обычный греблинский сундук. И поместить его в инвентарь. Что у нас тут будет? Ждем. Открытие медленное. Да будет хаос. Закрываем. Активировать, конвертировать. Удивительно, как часто этот призыв можно услышать в центре города. А что конвертировать? А что значит активировать? Смотрите, активировать — это добавить предмет в коллекцию. Предмет исчезнет из вашего инвентаря в игре и из вашего инвентаря в Steam. Конвертировать — на вот эту злобу, которую можно использовать для перезарядки предмета вашей коллекции. Предмет исчезнет из вашего календаря. Активировать. Активировать или не активировать? Или конвертировать? Ну ладно, активируем пока что. Активирование предметов или их использование для зарядки других предметов удалит предметы из вашего инвентаря, после чего вы не сможете их продать и обменять на торговой площадке. Ладно, уже поиск. Игра уже подошла к своему, ну как сказать, нелогическому завершению. Ну, в общем, вы поняли. Начинаем, в общем, мы рейтинговый матч и играем. Сейчас я буду молчать, потому что там нужна максимальная концентрация. Времени всегда дают слишком-слишком мало, к сожалению. Очень жалко, но, увы, времени дают действительно мало. Нет. Персонаж вора. Я хотел как раз сказать, что я хотел сыграть за вора. Давно. Потому что он мне постоянно не выпадал. Ну давайте-ка теперь вора. Вора много есть способностей. Мы вырываемся из тюрьмы. Условно говоря, так. Гаджет, замедлитель, халтурка, дивиденды. Особый заказ. Ну разве что дивиденды. Хотя двойной плюс — это тоже, как сказать... Да ничего это не даст. Никакой это... Это какой-то вообще... Ничтожная карта, мне кажется. Тоже отказываемся. Все, от всех карт мы отказались. Прекрасно, мы вылезаем из тюрьмы. Чем мне вор нравится, то тем, что у него, на самом деле, говоря, единственная польза — это то, что у него начальный тюремный ранг под названием блатной. А блатной ранг — это означает, что третий ранг, а их всего 5, то есть... Ну, очень полезно, на самом деле, то есть нас сажать в тюрьму невыгодно уже будет. Но еще можно красть деньги у людей, и конфликт тоже очень полезен нам. Но об этом уже после. Следующая неприятность — заплатите или будете, или получите злобу. Заплатите или получите злобу. Заслуженный отдых. Кирокс наибольший. Нет, давайте-ка вот так сходим. Отлично. Сходили на клетку с доходом и получили свой доход. Механический тюремщик. Тюремщик. Вещь интересная. Я прям даже не знаю, стоит ли ее использовать, потому что нам в тюрьме сидеть выгодно. То есть, не знаю, не знаю. Но ее плюс в том, что 6 монеточек. Но ее пока... Следующей разыгрываемой картой мы разыграем... Ну, вот такое вот поле игры, вот такое вот игровое поле. То есть, ну, вы сами смотрите, нравится вам эта игра или же нет. То есть, такая вот игра. Агрегат. Правосудие свершилось. Агрегат, однорукий бандит, показуха. Давайте к агрегатам сходим. Или механическим тюремщикам. Давайте-ка агрегатам или механическим тюремщикам. Давайте к агрегатам. Или правосудием. Агрегатам давайте-ка. Задание стирхни. Заплатите или получите злобу. Получаем злобу, что же поделаем. Нет, не платим взятку. Нас не арестовывают. Правосудие. Выберите оппонента. Выбранный оппонент платит вам единичку. Если у этого игрока наибольшая злоба, то он будет арестован. Вот такая вот политика интересная. Интересная такая вещь и дополнение. Неплохо.
эликсир удачи. Вместо получения неприятности вы должны сбросить эту карту. Пожар. О, как пожар. Тоже интересно, показуха, но она нам нужна, мы ее должны ее сохранить. Задание стирхни, следственный эксперимент проводится с этим человеком. Так, 3, 4, 5. Однорукого бандита разыгрываем. При каждом посещении казино любым, кроме вас, вы получаете... Ну, вы понимаете, что вы получаете. Да, торговля краденым. О, как красную карту разыграли. Как много красных карт. Ну, давайте-ка, однорукий бандит. Однорукий, однорукий, однорукий бандит. Сыграем в казино или же нет? Не сыграем. Поклёп. Выбранный оппонент теряет 5 очков славы. Невыгодная вещь, но не слишком на самом деле. Выгодная, да не совсем вещь. Играем далее. Раз, два, три, четыре. Тоже пока не можем. Правосудие тоже сыграть не можем. Рекламную кампанию тоже сыграть не можем. Пока что сыграть мы мало что вообще говоря можем. Ходим дальше. Пожар. Минус 2 шестеренки. К сожалению. Эликсир удачи. Такая вещь, честно говоря, сомнительная. То есть, может... Да, может и нет. Так. Рулеточного, кстати говоря, мало очень. Нет, не платим. Надеюсь, нас арестуют. Даже уже тут, в этой игре. Плюс 30 доход наш возрастает. Очень выгодное, кстати, это толковое вложение. Очень-очень выгодное, но у нас на него нет денег совершенно абсолютно. Кольцо обаяния, о как. Голоса и доход такой огромный. Ой, страшно уже стало. Страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, как раз мы сходим на 6 ходов и обокрадем вот этого бродягу. И смотрите-ка, какая у нас есть возможность. При входе в локацию, где есть другие игроки, обокрасить одного из них, не работает в тюрьме. Для этого бросьте кубик 2-6, крадете от 10 до 30, один вы арестованы. Очень выгодно. Давайте-ка толковым вложением обворовываем людей. Что за неприятность у нас будет? Заплатите или сбросьте все карты. Ну ладно. Прям даже не знаю, может сбросить карты все? А может действительно сбросить карты все? Ладно, нет. А давайте-ка сбросим все карты. Пошарить по чужим карманам, да. Отлично. Захватили чужие сбережения. Отлично. И плюс 25 монет. Не так много, но что делать? Что есть, то есть. Итак, чудеса бюрократии. Чудеса бюрократии. Далее ходим агрегатом. Ну, потом еще авторитетом. Авторитет надо сохранить обязательно. Использовав эту карту для перемещения, вы потеряете столько-то, столько-то. Ну, неприятно, но что поделаешь. Выбранный игрок отдает вам столько-то, столько-то. Донос. Тоже не особо полезная вещь, на самом деле говоря. Ну, нет, у нас карт на 4 хода, к сожалению. Ах, жалко, что отказались от механического тюремщика, ну ладно. Арестовали нас, ну ладно. Что ж поделаешь, такое тоже случается. Надеюсь, нас еще обыщут. О, 4 хода нам дали. Но как в этой данной ситуации, поскольку у нас еще и плохие карты, несколько, скажем, то мы можем даже уже и не бояться сидения в тюрьме в данной игре. Почему? Все очень просто. Потому что мы там будем зарабатывать деньги, а не их терять. И, то есть, мы фактически, если будем правильно играть, ну и немножечко везения у нас будет, то тогда мы фактически будем получать плюс, а не минус в данной игре. Я вот как хотел давно сказать вам, что мне постоянно этот персонаж вор не выпадал. Я не мог за него совсем сыграть. Ну, не получалось как-то. Плохо себя ведем, как всегда. О, денежная машина. Плюс 100 монет за ход, согласитесь, очень выгодно. Получать просто так. Просто берете, сидите в тюрьме, а получаете 100 монет. То есть это, наверное, ну, одно из самых полезных событий. Ну, можно еще там второе, но оно сейчас закрыто. Оно только на 4-м ранге, которое дает нам голоса, фактически, сидя в тюрьме. То есть... Очень-очень выгодно. Кости-везунки. Но пока что мы не самый популярный человек, как вы можете заметить. Вот этот человек опытный, я так предположу. Потому что обычный человек вряд ли покупал бы DLC за деньги, который дает просто кастомизацию персонажей. Потому что это все за деньги получается. А так DLC ничего не дает, кроме... Кого, интересно?
нас разорили. Очень странное решение. Ну, хотя, можно понять, знаете. О, у нас уже 7 ходов. 7 ходов у нас. Давайте-ка будем сидеть в тюрьме. Заплатить нет. Вот, давайте-ка, ладно, это, качать права. Не хочу вырваться из тюрьмы, я хочу тут сидеть долго и счастливо. Потому что мы вор, и мы должны сидеть в тюрьме. Вот. Почему на нас сыграли? Потому что тут еще монетки, деньги. У этого человека денег не было. Хотя почему тогда не сыграли на этого? Хотя у него вроде и шестеренок тогда не было. Не помню. Не помню, ладно, посмотрим. Что будет, как у нас игра будет продолжаться. Полицейский дирижабль. Однорукий бандит. Мы разыграем чертовщина. Ваш плюс повышается. Выбранный оппонент теряет половину своих сбережений. Ну, такое себе. Не знаю, может, и имеет смысл разыгрывать данную карту. Серию я прям уже догадался, как назвать. Назову ее «Тюремная жизнь». Вот. Так, ходим. Следующий ход. Деньги. Отлично. Дерибан. Получаем деньги. Ну, согласитесь, очень выгодно просто-напросто. Осматривать нас уже им опасно будет всем остальным. Чистка, надеюсь. Давайте как будто спровоцируем людей, чтобы обыскивали тайного агента, а не нас. Чтобы не нас обыскивали. Неплохо, согласитесь, будет. Чистка. Игрок отдает вам столько-то, столько-то. Шаманский. О, как сколько карт конфисковали, смотрите, у этого тайного агента вообще. Карт лишили человека фактически. Абсолютно полностью. Неприятности, инфляция, денежные сбережения всех игроков ополовиниваются. Утилизатор. Каждый, кто заходит вам на свалку, платит столько-то и столько-то. Так, злобно себя ведем. О, отлично, голоса. Карта уже на голоса открылась. Нет, она уже похожа на это, на голоса. У нас на третьем ранге открывается. А дерибан, значит, на втором. Ну, неплохо, неплохо. Далее. И вот мы сидим в тюрьме, а уже мы лидер предвыборной гонки. Согласитесь, очень-очень выгодно все. Сидя в тюрьме, фактически мы отдыхаем. Карма на нас произошла. Что это такое будет-то тогда? Карма. Денежные. У нас все разорились. Ну, я больше всех, к сожалению, разорился. То есть он скорее сам себя наказал. Нет. Давайте-ка вот это. Давайте-ка вот это. Теперь мы уже стали смотрящим. Теперь мы можем... Какой у нас следующий? Это уже вот это. По-моему, он называется Пахан. Следующий ранг. Который будет уже давать нам... Как вы уже помните, наверное... Нет, ну не помните, вы не знаете. Шестеренки просто так. Какие-то очень сильные, агрессивные оппоненты. У нас денег нет, все равно на розыгрыш каких карт, так что это, увы, ничего. Продажный присяжный товар, неизменно пользующийся спросом. Красивая карта. Хорошо. Ну да, что-то мы вообще отстаем от всех. Ой, нас голоса отнимают, злодеи. Деньги. Отлично, дерибан дает нам еще денег. У нас максимальная злоба. Очень большая у нас злоба, но что поделаешь, что поделаешь. Деньги нам очень даже нужны. Мы копим деньги на утилизатора. Каждый, кто заходит на свалку, будет платить. Прекрасно. Можем прям попытаться уже телепортироваться на свалку. Согласитесь, это выгодно. Раздача слонов, наушничество. Так, так, так. У него на эту, на... Нет. Ну, деньги нужны. Ну, 100 монет за ход, согласитесь, сверхвыгодное решение, сверхвыгодное предложение. Мы на заводе даже столько не получим. Мы только 50 и еще пропустим ход, то есть совсем это невыгодно. А тут мы можем просто брать и получать деньги, совсем, совсем приятно и хорошо. Ну ничего, накопив чуть-чуть денежек, мы уже справимся. Я уверен. Теперь уже пора телепортироваться, наверное, на свалку. Используя карту для перемещения, вы потеряете 50 монет. Давайте-ка попробуем сбежать. Вы свободны. Не годится. Выберите оппонента, с ним происходит неприятность. Давайте-ка неприятность произойдет с этим. Моральная дилемма. Моральная дилемма. Отлично, вот ему. Моральную дилемму придется решать. Плюс злоба. Получает он злобу. Теперь уже лидером предвыборной гонки не он становится. Мы боремся со своими соперниками.
агитация, хищение на заводе. Ой, какие сильные оппоненты, мы боюсь, что проиграем. Ну, очень сильные оппоненты, они очень быстро развиваются. Такого я еще никогда не видел. По-моему, в прошлой серии, да я, по-моему, не ошибаюсь, развитие у всех остальных было сверх... намного-намного медленнее, одним словом. А тут вообще как-то все происходит очень быстро, шокирующе даже, можно так сказать. Выезд к избирателям. Мне, кстати говоря, голоса нужны. Выезд к избирателям. Телепортируйтесь на любую клетку трибуны. Неплохая вещь, согласитесь. Неплохая. Нам победить на выборах, конечно же, нужно. Досмотр. Кого досматривать будут? Не нас. Ну и правильно, что не нас. Побег. Агрегат. Услуги гильдии. Все, кроме губернатора, платят деньги. Нет, не платим. И нас арестовывают, о как. И сколько же нам дают срок? Умеренный. Даже скорее большой, чем умеренный. Нам бы голоса, конечно, заполучить. Лидер предвыборной гонки. 6 голосов у него пока что. Пока что у него 6 голосов. Пока что 6. Second hand. Тайник. Тайник, тайник, тайник. И ничего не находит человек. Эликсир удачи. О, как у него доход-то, смотрите, какой у коллекционера. Огромнейший. Как он его получил, не понимаю. За каждую активную постоянную карту ваш плюс увеличивается. О, как. Нехорошая вещь, конечно же, не годится. Может, стоит или не стоит. Ладно, нам уже, наверное, не победить. А можно и попробовать, а можно и не пробовать. Раунды до выборов постепенно идут. И так, 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 так. Нет, надо попробовать голоса получить. Хотя голоса получить будет непросто, потому что только одна карта дает голоса. Плюс нет. Голоса, вот. Голоса получаем мы. Но пока что мы еще не лидер предвыборной гонки. Наименее зловредный игрок. Мы должны переложить все свои усилия для того, чтобы победить на выборах. Все. Какие только возможно. Доход. Останавливаясь на клетках дохода и так далее, и тому подобное. Все пытаюсь спровоцировать, чтобы меня обыскали. Нет. Нет. Тюремный мусор. Ну, чуть-чуть денег получили. У нас там выбора-то не особо было. Какой? К сожалению. Присяжные на продажу. Ну что ж. Алиби. О как. Алиби. И он побеждает на выборах фактически. Раздавил своего ближайшего конкурента и им стал вот этот человек. Ну что ж, к сожалению, нам губернатором не стать. Уже это очевидно становится. Абсолютно очевидно. Амулет до гора. Какая тут неприятность? Штраф? Заплатите или будете арестованы? Плюс 40-50 денег. Неплохо. Проиграли на выборах. И потеряли свои голоса. 12. Очень сильный человек, к сожалению. Сделать с ним мы ничего не можем. Очень плохо. Амулет до гора. Вступая в конфликт с другим игроком, получите деньги. Как сходит вот этот тайный агент? Как сходит тайный агент? Неприятность, которая с вами произойдет. Зачем он сюда встал? О, телепортируется на любую клетку взятки. Вастерал, конечно же, Вастерал. Раритет. Раритет, аукцион. Давайте от аукциона пока откажемся. Заплатите или будете арестованы. Все игроки, нет. Покупать страховку смысла нет никакого. Опасность проходит мимо. И теперь идем. Ваш плюс повышается. Выбранный оппонент теряет половину своих сбережений. Сейчас мы его лишим сбережений. Бродягу мы сейчас возьмем и лишим сбережений.
Амулет Догора. Астрал. Удачное знакомство. На голоса. Да, нам попались, по-моему, сверх сильные игроки, которые мы не можем никак с ними ничего сделать. Чертовщина. Кого лишаем сбережений? Отлично. Бесчестная сделка. Астральный лифт. Отлично. Что же он разыграет-то? Задание Инора. Астральный лифт, досмотр. Агитация. Жертвоприношение. Астральный лифт. И бесчестная сделка. Досмотр, трюк. Надо снова идти в преисподнюю нам. Пропустите ход. Раз, два, три, четыре, пять. Волшебный сундучок. Потерял он. Досмотр, волосатый лап, агитация. Агитация, трюк. Поменялись местами с любым игроком. Интересно, интересно. Интересно. Тайный агент отправляется в преисподнюю. О, как. Вас отправили в преисподнюю. Неприятность к черту. Агент хаоса. Ужас. Кошмар. Агента хаоса он разыграл. Он разыграл агента хаоса. Так, кого? Кого? Бродяга. Пусть у него будет на голоса. Ну, на голоса одно есть у него только. Ну, у него ничего такого повторяющегося вообще не было. Какие-то денежки мы получили, и ладно. Получили, ладно. У нас плюс большой зато. Плюс 50. Неплохо. Раз, два, три, четыре, пять. В шесть, к сожалению, нет, не повезло нам. Следующий ход. Коллекционер. Раз, два, три. Ну, жалко, почти хода совсем чуть-чуть не хватает нам. Совсем-совсем чуть-чуть не хватает нам для хода. Финансовые проблемы. Заплатите, или ваш плюс снизится. О, давайте-ка обокрадем человека. О, куда это он? Не заплатил, подвергся проверке и был арестован. Давайте-ка волосатая лапа, тайная бесчестная сделка. Ценный приз. И плюс 100 монет. Заработали мы. Астральный лифт, но пока что денег у нас не хватает, к сожалению. Совершенно-совершенно денег у нас не хватает. Если вот этот коллекционер пойдет в преисподнюю, мы его там обокрадем. Обокрали человека в преисподнюю. Удивительно. Удивительно, на самом деле. Жертвоприношение. Ну, хоть что-то сыграть надо. Ну, хоть что-то надо сыграть. А что он разыграл? Да, армию хаоса мы, к сожалению, разыграть не можем. Разрушитель. Хорошая карта. Хотя на себе не особо. Гораздо лучше это вот это и вот это. Диверсия в астрале и армия хаоса. Ждем. И наблюдаем за действием тайного агента. При конфликте половину переместится на центральную клетку. Неприятности. Не работает, если там кто-то уже есть. А, уходим. Пропустите ход. Карта хаоса. Жертвоприношение. Ну, хоть что-то мы получили. Хоть не так сильно стали отставать. Следующая карта вот эта. Сделка с дьяволом. Получите 50... 500 монет. Отличное решение. Вы потеряете 20. Ну, что ж поделаешь. Что ж поделать, придется терять 20. Карта, кстати говоря, на два хода у нас нет. Конфискация у нас еще есть. Ну да. Вечный двигатель. 500. Потом вот это, армию хаоса разыгрываем. Потом мы разыгрываем армию хаоса. Сбережения украли у кого-то. Надо, чтобы игроки остальные боролись с бродягой. Ну что ж, на этом, я думаю, мы заостановим нашу серию и тут же начнем новую. Атакуйте лидера. Хорошая вот это у нас. Есть эта карта у него. Хотелось бы иметь точно такую же, ну, реплику. Хорошо. Заканчиваем серию.